Всем привет! Вы на канале Криптобум. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, DeFi и о многом другом. Сегодня у нас на обзоре будет такой проект, как EcoWatt. Итак, что такое EcoWatt? EcoWatt – это социально ориентированная компания нового поколения в области возобновляемых источников энергии, которая стремится подорвать рынок зеленой энергии, создав первую легкодоступную компанию по возобновляемым источникам энергии, ориентированную на обеспечение чистой зелени зеленой энергии во всем мире. EcoWatt создает платформу возобновляемой энергии и выпускает токен EcoWatt, который позволяет сообществу получить доступ к рынкам электроэнергии, инвестировать в активы возобновляемых источников энергии и создавать инфраструктуру, необходимую для одноранговой торговли энергии. Токен EcoWatt – это актив с ограниченным запасом, который владеет токенизированными бенефициарными правами на долю в растущем портфеле физических возобновляемых источников энергии. Короче говоря, EcoWatt предлагает стабильную монету, обеспеченную активами, которая растет в цене, предлагая безопасность, полезную ликвидность и социальное влияние. Токеномика проста. 1 миллиард токенов добывается путем создания портфеля физических активов мощностью в 1 миллиард ватт. Это означает, что один токен равен 1 ватту возобновляемой энергии, подключенной к сети. Помимо поддержки активов и выгоды от доли дохода, токен откроет дополнительную полезность, поскольку портфели электростанции будут расти и приносить большой доход. Главная миссия компании – это создать первого в мире самодостаточного владельца, разработчика возобновляемых источников энергии, управляемое сообщество. Под влиянием сообщества команда EcoWatt сможет принимать решения, которые ценят социальные и экологические воздействия выше, чем традиционные требования акционеров. Команда EcoWatt идеально подходит для выполнения этой миссии. EcoWatt объединяет профессионалов в области возобновляемой энергетики с экспертами по блокчейну и предпринимателями, оказывающими социальное влияние. Энергетическая система становится все более электрической и цифровой. Поскольку электроэнергия становится центральным энергоносителем, валовое потребление электроэнергии в 2050 году увеличится более чем вдвое. Движущиеся силы роста спроса на электроэнергию включают рост экономической активности и широкое использование электроэнергии для производства тепла. Появление возобновляемого водоворота и глобальный парк электромобильный. Более 60% электроэнергии будет производиться за счет ветра и солнца, улучшая заряд электромобилей. Электрифицированное тепло и производство водорода могут использоваться для хранения энергии и удовлетворения переменного спроса в энергетическом секторе и для обеспечения гибкости работы системы. Доля возобновляемой электроэнергии увеличится с почти 25% сегодня до 86% в 2050 году. Цифрование – ключевые способы улучшения трансформации энергии. Умные инновации можно превратить в умные решения с помощью ряда цифровых технологий. Цифровая инновация, таких как искусственный интеллект, блокчейн и многие другие, растут и могут сильно повлиять на энергосистемы многими различными положительными способами. Частный сектор станет ключевым двигателем трансформации энергетики. Внедрение более интеллектуальных энергетических систем за счет цифрования, например, блокчейна, чтобы способствовать объединению частных инвестиций с большей электрификацией и принять тенденции децентрализации, растущий спрос на возобновляемые источники энергии приведет инвестиции частного сектора в соответствии с государственной политикой и экологическим требованием. На сайте опубликована команда, можем ознакомиться, также и советники. На этом мы обзор закончим, эту часть. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!